Съемочная группа телеканала ТБН посетила многодетные семьи в городке Надежда, чтобы вручить подарки. Все подробности в следующем сюжете. Детский городок Надежда открыл свои двери для новых жильцов в 2009 году. Сейчас здесь проживает уже 19 семей. Всем этим людям не безразлична судьба детей-сирот. Для них они готовы открыть не только свои дома, но и свои сердца. В детский городок «Надежда», расположенный между Петербургом и Гатчиной, Наталья Богданова переехала вместе с детьми. Она одна воспитывает 6 детей. Самый младший, непоседливый и общительный Ванечка, родился недоношенным. Женщина усыновила его, когда мальчику было всего 4 месяца. Мне нравится, что я здесь живу, у меня новая комната и шкаф-купе мне нравится, потому что мне его уже давно строили. За что ты маме бы своей хотел сказать спасибо? За то, что она добрая. Любишь маму? Да. В городке живут многодетные семьи, которые, как и Наталья, не испугались и приняли однажды жизненно важное решение – взять в свои семьи детей-сирот. Несмотря на то, что Наталья воспитывает детей одна, она старается сделать их жизнь максимально комфортной, а самое главное – счастливой. Я хочу стать и модельером, мне нравится шить платья. Я обычно одежду шью сейчас куклам. Я хотела еще и стать стоматологом, ну и у меня очень много всяких интересов. Ты рада, что ты живешь в этой семье? Да. Мне нравятся мои братья, сестры, мамочку очень люблю. В их семье нет своих или чужих, все как один, любимые и родные. Детей принимали очень хорошо, радостно и быстро все так... приживались, так сплоченно все было. Очень хотелось, чтобы они почувствовали, что мы не делимся на родных или приемных. Очень хотелось, чтобы мы были настоящей вот семьей, чтобы была взаимность. Когда мама решила взять детей в семью, я как-то особо не возражал. Ну, берет и берет, это хорошо. Потому что все-таки общаться с детьми, учиться надо, как-то вообще с другими общаться надо, да и им будет лучше. Она очень сильная, потому что взять только детей, как бы без отца, это очень смелый поступок. Я так считаю, по крайней мере. Вот. Ну, для меня, например. Семьям с приемными детьми сегодня необходимы особые внимание и поддержка. Нашему телеканалу стало известно о том, что Наталья Богданова остро нуждается в газовой плите. Старая совсем испортилась и стала опасна для жизни. В рамках благотворительной программы «Доброе дело» при поддержке партнеров ТБН у семьи Богдановых теперь появилась новая кухонная плита. Вместе с нашими друзьями и с партнерами мы хотим поблагодарить и от вашего имени подарить эту новую плиту. Плиту, о которой мы знаем, что вы молились, ожидали, и для нас радость, что мы можем прийти и помочь вам, подарить этот замечательный подарок, чтобы он вам служил верой, правдой, чтобы ничего не ломалось, и долгие-долгие годы. Мечта, о которой молились целый год, стала реальностью. Теперь эта дружная семья сможет делиться своим теплом с другими, приглашая гостей в дом и угощая вкусными пирогами. Я хочу поблагодарить всех, кто поучаствовал в этом подарке. Спасибо большое за эту плиту. Это ответ на наши молитвы. Мы мечтали о таком чудесном подарке. Еще год назад мы начали молиться, чтобы плита работала, чтобы она была такая, как достойна нашего дома и семьи. Вот, мы хотим научиться готовить больше. Надеемся, что у нас будет больше друзей, гостей на наши пироги. Глядя на мужество и веру Натальи, вспоминается стих из Священного Писания, в котором сказано: «Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее». Жизнь этой женщины и ее детей – чудо, сотворить которое под силу Богу и всем, кто уповает на Него. Анна Коваленко, Данил Кильдюшевский, Новости ТБН.